сводится к нулю, если только мы не будем говорить о том, что мишары жили рядом с русскими. И поэтому нагрудные украшения и по подолу сам этнографический костюм имеет исключительно лоскутный орнамент. Вот вам, пожалуйста, рядом жили, рядом перенимали какие-то особенности. Возьмите, например, костюм рязанский. Посмотрите, там есть восточный орнамент. Значит, я удивилась, почему восточный орнамент на костюме рязанском русском, да? Глянула, это, оказывается, бывшее Касимовское ханство. Ныне Рязанская область стоит на земле, которая называлась Касимовское ханство. Пожалуйста. И, соответственно, перенимаются некоторые элементы. Но зато Касимовская татарка сама по себе, да, берет наоборот вот эту вот геометричность своих костюмов, да, и сочетание несочетаемых цветов, как бордового, фиолетового и зеленого. Вот этот вот костюм, он более дизайнерский. Только потому, что вот этот кусок ткани я купила на блошином.